Понедельник. Хотел предложить вам прогуляться. Почему бы нет? Ты удивительная девушка. Я никогда таких не встречал. Премьера. Здравствуй, милый. Ко мне приходила его невеста. Она ждет ребенка. Сквозь слезы к счастью. Какой ребенок? Зачем ты устроила этот фарс? Я довезу тебя до Москвы, а дальше уже каждый сам по себе. Я такой дурак, чуть не потерял свое счастье. Идеальное заблуждение. В понедельник в 19:00. Домашний главный женский.